Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такой вот батончик Юрча. Здесь у нас 50 грамм, покупал его в фикс прайсе. Батончик с жареным арахисом, мягкой карамелью, покрытый глазурью, не шоколадом, а глазурью. Вот так он выглядит. В состав здесь довольно большой, есть 3 Е-добавки. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Вот 520 грамм, ой, господи, 520 килокалорий в 100 граммах. То есть довольно, кстати, много. Получается 250 в нем килокалорий. Так, и давайте же его посмотрим. Опа, как у меня тут прям что-то отлетело. Так, нам понадобится наша помощница. Тарелочка. Вот так он выглядит, как самый обыкновенный батончик, покрытый шоколадом. О, здесь даже снизу виднеется, видимо, этот, как уж его там, карамель. Вот она. Вот. Снизу довольно красивый такой, ромбиками. Ну, выглядит как самый обыкновенный. Опа, ломается, интересно. Он, кстати, напоминает чем-то Сникерс. Очень напоминает. Гораздо дешевле, конечно же. Ну, точно так же там арахис. Еще чего-то там. Шоколад. И по вкусу он очень, ну, довольно немножечко помягче. Кстати, нужно будет, наверное, сравнить. Напишите в комментарии, стоит сравнить его или нет. Давайте так, наверное. Если этот ролик наберет 20 лайков, тогда мы сравним вот этот батончик и Сникерс. В одном ролике получится 2, и посмотрим, кто же у нас вкуснее. Вот, а пока давайте посмотрим батончик. Ну, наверное, мне кажется, напоминает Сникерс. Здесь даже вот орешек торчит, шоколад, так, шоколад почти не оставляет на пальцах, не остается. Ну, давайте его попробуем. Ну, что я могу сказать? Довольно вкусно, не приторный, то есть, ну, просто сладкий. Карамель действительно есть, она мягкая, как и написано на этикетке. Вот, орехов, очень-очень много орехов, прям очень много. Это радует. Орехи, ну, обыкновенные орехи, то есть, не перегорелые там, не сгорелые, хотя шоколадка, то есть, батончик куплен в фикс-прайсе, то есть, там... Может такое быть что-то нестандартное, не совсем вкусное. Ну, глазурь, да, там как шоколад почти. Не такая, конечно, вкусная. Шоколад будет повкуснее. Наверное, как раз в Сникерсе шоколад находится, поэтому он подороже. Так, в принципе, прям очень вкусно. Хочется его есть еще, еще и еще. Я таких батончиков уже... съел, мне муж покупал несколько штук, 3-4 он покупал, мне их уже съела, вот один оставила, с трудом смогла удержаться, оставила на обзор, думаю, надо показать людям обязательно. Трудно было перед ним удержаться, но действительно очень вкусно, если кто-то хочет Сникерс, вот, его можно купить гораздо дешевле, не помню, сколько там стоит цена его, 25, может быть, рублей, я думаю, не меньше. Очень вкусный, советую, его можно купить, подарить кому-то на праздник. Его можно взять, носить с собой в школу, колледж и так далее. То есть как перекус, как Сникерс тоже считается перекусом, да, рекламу кто помнит. В принципе, очень вкусно, мне очень понравилось. Но орехов прям действительно много. Их, в принципе, и видно здесь даже, что они
Кстати, два слоя выложены. То есть вот раз, два, три, четыре, пять. И вот они, видимо, вот так вот друг за дружкой идут. Ну и сам он, в принципе, ничем особо не отличается. Самый обыкновенный батончик, вкусный. Ничего там лишнего не попадает. Вот, советую. Такое можно покупать. Вкусный. Ну, единственное, да, состав немножечко там большеватый. Проще самим сделать. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам понравился, не понравился, чем понравился, чем не понравился. Вот, также смотрите на мои другие ролики продуктов из Фикс Прайса, из других магазинов, вкусняшек, шоколадки разные, влоги, как мы живем с сыночком. И всем пока-пока.